А светом ты у нас занимаешься, да? Не Светой, а светом. Света я. А я имею в виду, вот все отделение просидел, лиц не видно, которые, ну короче, всех лиц не видно. Это твое не видно. А так меня не видно, да? Да. Ну ладно, будем петь на ощупь, ладно. Хотел сказать, что комплектов дисков осталось уже 5. Продолжаем продолжать нашу передачу про самолеты.
1 декабря у нас с экипажа залетал на самолете А-320 или 321, да, в Магадане. Попали в сильное обледенение. Вот. И, в общем, с честью справились. Ну и потом, значит, была статья о том, что виноваты наземные службы и экипаж. Одни, значит, не тем облили, другие не так делали. Ну, очень понравился заголовок в газете «Коммерсант». Просто, я не знаю, я больше такого никогда не читал. И если бы не читал сам, я бы подумал, что кто-то придумал. Буквально звучало так. «Самолет замерзался в руках ветеранов». Вот это просто супер. Вот. Я даже как-то думал, что может что-нибудь придумать на эту тему, но у меня не хватило. Но были разные мнения, что, дескать, вот были там претензии к экипажу, что они там одного не сделали, другого не сделали. Вот. Но вот, Алексей Борисович, по-моему, мне... Алексей Борисович, вы говорили, да? По поводу того, что на тренажере давали экипажам похожую ситуацию. Нет, наверное, не вы, потому что это был не Боинг, а Airbus. Конечно, я знаю, Магадан. Двум или трем экипажам давали вот подобную ситуацию, и на тренажере они не справились. То есть на тренажере самолет потерпел катастрофу. Вот, так что, ребята... справились, в смысле, спасли себя, спасли пассажиров, самолет, и это очень приятно. Вот. Ну а поскольку, значит, вот сразу на эту тему у меня две песни, да? Нас сегодня потрепало, помотало, поболтало, так что рвало-ворвало, что в руках не удержать, там, правда, сайстики, но мы изрядно попотели. Покрутили, повертели, но доехали и сели. Слава Богу, что сказать. А когда вокруг сверкает, самолет во тьме швыряет, каждый сразу понимает, как он сильно хочет жить. Пассажиров мы жалели, как могли, как умели, там и сами жить хотели, если честно говорить. Полет окончен, заторможены шасси и самолет. Устало крылья опускает, а на перроне теплый дождик моросит, и у стоянки нас автобус поджидает. Мы проходим между кресел, все в порядке, без эксцессов, и на лицах побелевших вновь улыбки запестрят. Очень рады пассажиры, что остались нынче живы, и нас за то, что не убили, от души благодарят. Наш рейс окончен, командир и экипаж желают вам всего хорошего, до встречи. А на перроне нас встречает летний вечер, не создавайте у дверей ажиотаж. Наш рейс окончен, командир и экипаж желают вам всего хорошего, до встречи. А на перроне нас встречает летний вечер, не создавайте у дверей ажиотаж, не создавайте у дверей ажиотаж. Спасибо. Ну и вторая песня о том, что, как это, чаще всего виноват летчик. Если вдруг у вас в пути пропал багаж, вместо Крыма вы попали на Балхаш. Если крайний, кто не знаешь, никогда не прогадаешь, если свалишь всю вину на экипаж. Если крайний, кто не знаешь, никогда не прогадаешь, не стесняйся, все вали на экипаж. Вы любой возьмите случай наугад, например, над Сочи сильный снегопад. Ашхабад не принимает, Волгоград не заправляет, и во всем обычно летчик виноват.
Ашхабад не принимает, Волгоград не заправляет и во всем. Ну, конечно же, летчик виноват. Кто-то вечно что-то делает не так. Процветает в авиации бардак. И вот этот самый летчик, безобразиев источник и вообще для пассажира главный враг. И вот этот самый летчик, безобразие всех источник и вообще для пассажира главный враг. Нас недавно собирали на разбор. Больше 3 часов тянулся разговор. А к концу 2 часа стало всем нам вдруг неясно, как мы не поубивались до сих пор. Мы ж не знаем, ну почти что ничего. Мы ж летаем, как придется на ось. НПП не открываем, все на свете нарушаем. Безопасность не волнует никого. НПП не открываем, все на свете нарушаем. Безопасность не волнует никого. Лишь инспектор от беды нас всех спасет. В авиации порядок наведет. И нам отрежет по талону, чтоб скорее эталоном стал на транспорте родной Аэрофлот. И нам отрежет по талону, чтоб скорее эталоном стал на транспорте родной Аэрофлот. Спасибо. Расскажу вам старый анекдот еще из советских времен. Когда мобильных телефонов еще даже в помине не было, и, в общем-то, обычный телефон проводной был далеко не в каждой квартире, получить его было счастье. Кто постарше помнит, да? Это счастливое время. Анекдот такой, значит, звонок. Алло, это аэропорка? Да, аэропорт. А скажите, пожалуйста, когда самый маленький серебряный птица на Москву улетает? 9 часов утра. А, ну спасибо, да. Вдруг кладется, через некоторое время 5 звонок. Алло, это аэропорка? Да, аэропорт. А скажите, пожалуйста, а когда средний серебряный птица на Москву улетает? 12 часов дня. А, спасибо. И опять кладет трубку, опять через некоторое время звонок. Алло, это аэропорка? Да. А скажите, пожалуйста, а самый большой серебряный птица на Москву когда улетает? 7 часов вечера. А, спасибо. А что вы не спрашиваете, кто звонит? А кто звонит? Чукча звонит? А почему вы не спрашиваете, откуда звонит? Откуда звонит? С Чума звонит? А почему вы не спрашиваете, почему звонит? А почему звонит? А просто так звонит, телефон поставили. А я так к чему рассказал? Вот это вот словосочетание «серебряная птица», я вот, оно мне показалось красивым, и потом много лет спустя, вот в следующей песне оно будет фигурировать. А оно вот именно из этого анекдота взято. Песня называется «Журавлиный клин». Знал об этом, не догадывался даже, не задумывался просто. А теперь, ну что тут скажешь, вдруг почувствовал так остро, да чего мне часто не хватает. Глаз твоих и сеточки морщин, и куда-то с ветром улетает, тает в сером небе журавли. Мы придумываем часто предлоги, и на части делим счастье, и расходятся дороги. Красоту не замечаем и не ценим вдохновение. А потом, когда теряем, так страдаем с упоением.
и слезы без причин. И куда-то с ветром улетая, тает в сером небе журавлиный клин. Осознать, что счастье рядом, и за ним не надо гнаться. Только нам того, что с нами, от чего-то не хватает. И снова вслед за журавлями самолеты улетают. Несколько минут и все случится, и растает в небе гул турбин. Улетит серебряная птица. Ты не будешь просто без причин. Несколько минут и все, родная. На слова и слезы без причин. И куда-то с ветром улетая, тает в сером небе журавлиный клин. И куда-то с ветром Ту-154-й, нашей встречи рад я, как всегда. Как здоровье, состояние, по полетному заданию, нам сегодня рейс на Краснодар. Как здоровье, состояние, по полетному заданию, нам с тобой сегодня рейс на Краснодар. Обойду неторопливо, осмотрю несуетливо фюзеляж и крылья и шасси. Все в порядке, все здоровы, и хоть ты, как я, не новый, но готов лететь и полон сил. Все в порядке, все здоровы, и хоть ты, как я, не новый, но готов лететь, готов и полон сил. Мы с тобой во многом схожи, да и судьбы наши тоже. Облака, приборы, привода. С одного того же года я с Авлуги, ты с завода. Помнишь, как блестели мы тогда? С одного с тобой мы года, я с Авлуги, ты с завода. Помнишь, как блестело все у нас тогда? Мы немало полетали и немного подустали, и тот лоск уже не возвратить. И как жаль, какое гадство, что года мое богатство ни продать нельзя, ни раздарить. И как жаль, какое гадство, что года мое богатство ни продать его нельзя, ни раздарить. Рано на покой стремиться, порох есть, как говорится, но запал, увы, уже не тот. И красотку-проводницу, ту, что в дочке мне годится, отвезет домой второй пилот. И красотку-проводницу, ту, что в дочке мне годится, отвезет домой второй пилот.
А мы сейчас с тобой взовьемся, и сквозь облачность пробьемся, и ударит солнце свет в стекло. И как в первый раз когда-то вновь поймем судьбой крылатой, нам с тобою в жизни повезло. И как в первый раз когда-то вновь поймем судьбой крылатой, нам с тобою в жизни повезло. Па-ба-да-ба-дам, па-ба-да-ба-дам, па-ба-да-ба-па-ба-да-ба-дам, па-ба-да-ба-па-ба, па-ба-да-ба-дам, па-ба-да-ба-дам, па-ба-да-ба-па-ба-да-ба-дам. Спасибо. Да, классика. Кажется, еще вчера пилота биографии я начинал по северам советской географии. Нефтеюганск и Стрежевой узнали брата нашего на дым и новый Уренгой. Ноябрьск и Колпашево, Обские берега, болото и тайга кругом. Как кони-комары, но точно не Атлантика. Зимой сугробы в рост, под 45 мороз потом. Не сможешь позабыть суровую романтику. А кажется, не так давно мы только начинали жить, гордились тем, что нам дано простор небесный бороздить. И лучше синей формы той и Богу в мире не было. И гул турбин, и рев винтов опять манили в небо нас. Кипело и цвело, а впереди вся жизнь была. Хотелось и моглось с девчонками и песнями. Казалось, не спеша, вода в реке обетекла. Казалось, в 25 так далеко до пенсии. И были запахи острей, и ярче были краски там, а выше, дальше и быстрей. Летать лишь предстояло нам, и временем не дорожил, дней не считал беспечные, но кто же знал, что это жизнь такая быстротечная. Кругом. И небо наяву
ни на конфетном фантике. И сладкий дым печной, и ледоход весной потом. Не сможешь позабыть сибирскую романтику. Красиво работает. Ну, как без меня? Авторов, а давным-давно одна
женщина, как сказать, прислала мне или подарила мне стихотворение. И я вот не помню, вот у меня в голове крутится Вероника Тушнова, но я искал, у нее не нашел. А вот еще была какая-то фамилия, не помню. Я закладывал в интернет строчки первые, но там выходил только мой вариант. В смысле, мое авторство. Не, я вам объясню, почему. А, ну, понятно, что это забавно, конечно. В общем, к первому, вот к этому оригиналу, вернее, она написала две, ну, еще 2-4 стишек. Получилось вот, оригинал, потом 2 ее 4 стишек. Я посмотрел и сочинил начало. Вот, поэтому, как бы сказать, я к этому тоже руку приложил. Песня называется «Мы не скупились на слова». В свое время ее даже исполняла Валентина Дмитриевна Пономарева, та самая, что делала песни в «Жестоком романсе». Мы не скупились на слова и не жалели обещаний. Никто не думал о прощании, когда кружилась голова. Мы не скупились на слова, и в этом не было ошибки. От первой робкой той улыбки была любовь во всем права. И боль теперь с ума не сводит, и я себя не упрекну. Нельзя ведь упрекнуть весну за то, что радость с ней уходит. Как хорошо, что не пришлось нам, как от жажды, задыхаться, чтобы этих главных слов дождаться. И это главное сбылось. Они в душе моей скопились, словно целебная трава. Они из света и тепла, они над крышей и под крышей. Пусть ты ушла, я все слышу, люблю тебя, люблю тебя. Туда послали, где не гонял Макар телят, все дома так переживали. Ведь не в Луневку, а в Машхат, и сам я тоже сомневался. Ведь это все не на 2 дня, и я бы, может, отказался. Была б квартира у меня, но вот покинув папу с мамой, оставив на жену, я двинул в сторону Ирана, в совсем чужую мне страну. И очутился я в Машхате, в Бузорм-отеле Тургабе, где горы спереди и сзади. Но в общем, ничего себе, здесь проживают халабаны из разных русских городов. Они летают по Ирану, где не пасет Макар коров. Здесь непочатый край работы,
По перевозке мусульман, я думал, был простым пилотом. Теперь я тоже халабан. Когда же вдруг часы досуга нам выпадают невзначай, мы ходим в гости все друг к другу и пьем, конечно, только чай. Здесь нет спиртного в магазинах, на женщин можно лишь глядеть, легко забыть, что ты мужчина, и очень трудно похудеть. Но, в общем, здесь совсем не страшно, и не кусается никто, и хоть скучаем по-домашним, но все окупится потом, дела у нас не так уж плохи. И нет причины горевать, да вы спросите хоть у Лехи. И Леха мне не даст соврать. Так уж плохи, и нет причины горевать, да вы спросите хоть у Лехи, и Леха мне не даст соврать, и Леха мне не даст соврать, и Леха мне не даст соврать. Спасибо. Я думаю, что достаточно, да? А следующая песня называется вот «Иранский облом», да? К сожалению, вот сегодня на концерте не смог прийти Андрей Ежов. Он собирался, но вот его так что работа есть работа, поставили в рейс. А именно он несколько, там, с месяца назад, наверное, может быть, чуть поменьше, прислал мне видео, как он снимал из кабины самолета, они летели откуда-то там со стороны Эмиратов, по-моему, через Тегеран. И вот он снял этот красавец Домован, пятитысячник иранский. Ну и вообще просто так вот сверху посмотрел на эти знакомые названия, где летал уже больше 20 лет назад, в 2001 году я там был, в третьей командировке заключительной. Вот. И вот в следующей песне главные слова, вот, что я скучаю по Ирану не только из-за баксов, черт возьми, хотя там эта тема такая денежная, да, как говорил мне мой товарищ, я это уже не раз говорил, что в твоем творчестве красной нитью проходит тема твоей любви к деньгам и их нехватки. Но это было давно. Когда однажды поздно или рано закончится валютный твой запас, ты снова заскучаешь по Ирану, опять приснится Яст или Ахваз. Припомнишь белоснежные вершины, те, что видны из окон Тургабе, и загрустишь по той простой причине, что вновь туда захочется тебе. А мне б еще хотя бы раз попасть в Машкат, слетать в Шираз и не спеша по Тегерану прогуляться, на Абаданах попотеть, от Делистера забалдеть, да и от долларов не стану отрекаться. Не отрекаются, любя. Когда меня с Ираном обломили, весьма паскудно было на душе. Должно, мои начальники решили, что мне валюта не нужна уже. Я не пойду просить и унижаться, не стану их в обратном убеждать. Я буду с гордой мордой обижаться, а им на это будет наплевать. А мне бы еще хотя бы раз попасть в Машкат, слетать в Шираз и не спеша по Тегерану прогуляться, на Абаданах попотеть, от Делистера забалдеть, да и от долларов не стану отрекаться. Не отрекаются, любя. Когда несправедливость торжествует, обидно это скажет вам любой, особенно когда она дуркует,
глумиться не над кем-то, над тобой. Для утешения сравнивать не стану себя с другими бедными людьми. Я все-таки скучаю по Ирану, не только из-за баксов, черт возьми. А мне б еще хотя бы раз попасть в Машхат, слетать в Шираз и не спеша по Тегерану прогуляться, на Абаданах попотеть, а до Листера забалдеть. Да я от долларов не стану отрекаться, не отрекаются, любя. А мне б еще хотя бы раз попасть в Машхат, слетать в Шираз и не спеша по Тегерану прогуляться, на Абаданах попотеть, а до Листера забалдеть. Да я от долларов не стану отрекаться, не отрекаются, любя. Спасибо. Саша, еще раз про любовь. Вон она. Я заглянул в ее глаза, в ее глаза была гроза. Весенний ливень, колокольчик полевой. И ветер мне шепнул листвой, на свете нет другой такой. Береги ее и сердцем, и рукой. Береги ее и сердцем, и рукой. Она смеялась надо мной своей улыбкой озорной. Не говорила мне в ответ ни да ни нет. А ветер вновь шептал ей вслед, другой такой на свете нет. Ты не отыщешь даже через тысячу лет. Ты не отыщешь даже через тысячу лет. А мне не впрок и не вдомек, и не хранил, и не берег. И оказалось так нетрудно потерять. И ветер тихо прошептал, ну что ж ты так не удержал. Я промолчал, а что сказать, ну что свободен, или стихи со словами «экипаж свободен» мог только вот авиационный человек написать. Ну, или я действительно человек авиационный, я уже много песен на его стихи написал. И вот одна из них.
доживает век аэродрома. Айн-2 прилежно зачехлен, тут в гостях, а вот буренки дома. Небо здесь изрядно прохудилось, ливни по неделям, как эскрада. Не горит тайга в такую сырость, на приколе борт леса охраны. Просыпаясь, не спеша в аэропорт приходим. От безделья тягостного мая ждем, ждем и снова экипаж свободен. А в мечтах райцентр опять разбужен грохотом небесного мотора. Хочется летать, но ты не нужен ни на третий день, ни на который. Все пройдет, закончится и это долгое, никчемное сиденье. Только погасило ночи лето, август наступает в воскресенье. Так зачем же самый крайний вечер базировки? Алая, лениво, солнце из-за тучи выгнал ветер. И заря наплёс легла красиво, и луна столовскою ватрушкой до утра плыла под небесами, да и с провожавшей нас подружкой стоило ли меняться адресами. Авиационно-производственный авиатехнический роман, да? Лесопатрульный. Всем, и я снова среди друзей. Только жаль, что пришли не все. Кто не знал или не сумел, а кого-то свалил недуг, кто-то просто не захотел. И такое бывает, друг. Что вспомнить, кого помянуть? Длинен список моих друзей, тех, кого уже не вернуть, тех, кто сердце свое порвал, отдавая себя другим, кто упал или не добрал, превратившись в огонь и дым. Они тоже с нами сейчас, в нашей памяти и сердцах, может, даже глядят на нас, притулившись на небесах. Сорок лет — это долгий срок, это большая часть пути, это жизни обратный склон, его тоже нужно пройти. Не согнуться бы, не упасть,
раньше времени не сгореть, мне бы внуков в небо поднять, да на правнуков посмотреть. Я не жалуюсь на судьбу, был я счастлив и видел свет. А зачем на земле живу, до сих пор не нашел ответ. 40 лет, словно 40 дней, самых ярких и лучших лет. Дом построил, взрастил сыновей, может, это и есть ответ. Спасибо. Песня на стихи Сан Саныча Макогона находится в этом зале. Пилот-инструктор, поднявший в небо не один десяток командиров. Ну а когда летишь на восход, ужасно хочется спать. Хочется спать. И город Владивосток я не люблю посещать. Я не люблю по 3 дня в плохой гостинице жить, где пить, конечно, нельзя, но невозможно не пить. Когда летишь на закат, то спать не хочешь совсем. Люблю летать в Ленинград, в Москву летать любят все. Про Сочи что говорить, тут все понятно и так. Там можно даже не пить, и все равно красота. Когда летишь хоть куда, короче, путь по прямой. И больше всех я всегда люблю дорогу домой. Люблю войти, не стучать, и не спугнув тишины, смотреть, как тихо сопят во сне мои пацаны. И не спугнув тишины, смотреть, как тихо сопят во сне мои пацаны. Подрастают у меня сыновья, чем-то в жизни предстоит заниматься им. И хочу им посоветовать я: не ходите, пацаны, в авиацию. Нынче летчики, увы, не в цене, а работа не из легких и строгая. И поэтому не хочется мне, чтобы вы пошли отцовской дорогою. А небо, только раз окунись в небо и попал на всю жизнь. Небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Это кайф в своих руках ощутить, как послушна тебе мощь многотонная. Но приходится за это платить липким потом и ночами бессонными. Я ребра часовых поясов
биоритмы сбиты напрочь давным-давно, и в кабине по 15 часов. И здоровье на болячке разменяно, но небо, только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Есть красивое, но кроме того, перегрузки, стрессы и радиация. Не ударьтесь о крыло головой, не ходите, пацаны, в авиацию. На земле профессий не сосчитать, подбирай себе бытие беззаботное. Я бы сам, когда все снова начать, то, наверное, пошел снова в летное. Ведь небо, только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Небо, только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Спасибо. А вот совершенно случайно эта песня вот сейчас будет. Мне Анатолий Васильевич Сурцуков опять же прислал видеоклип или видеоряд, правильно сказать, на мою песню. Он стоит в стороне. И я посмотрел, ну, понравилось, конечно, но я вот опять вспомнил про программу, которую нашел мой младший сын, благодаря которой из старой записи можно убрать голос, что я и сделал. То есть я голос вот из двух песен убрал, «Сонную» мы с вами уже пели, сейчас еще одну песню, вот он стоит в стороне. То есть там программа не совершенная, как я уже говорил, там есть такие вот шероховатости довольно заметные, но я постараюсь их заглушить, а вы меня сильно строго не судите, потому что так, эту запись сделал уже, ну, тоже, наверное, лет 20 назад, как не больше. Пассажиров к нему и свое отлетал, и свое отработал. Он не нужен теперь никому, никому. Он не нужен теперь никому, никому. Неподвижный винты и безлюдные салоны, и хоть вид его горд, форма силой стать, но уже никогда не бежать по бетону, но уже никогда над землей не взлетать. А ведь было же время, и пели турбины, были взлеты, посадки и жизнь. Но потом командиры ушли на другие машины. Командиры ушли и забыли о нем. Всем суждено, хоть, конечно, печально, только время приходит.
окончен полет, а ему все равно. Часто снится ночами и бескрайний простор, и стремительный взлет. Всегда и не все объяснить мне могли, но тоскуют о нем самолеты, как люди. Если стало сильней притяжение земли, если стало сильней притяжение земли. Спасибо. А вот скажите, как лучше? Вот с минусом или в чистую? А можно сложно? А? Оригинал. В чистую лучше. Оригинал, да. Нет, тоже оригинал просто там будет. Когда-то. А? Еще времени подошло. А мы нет, мы сейчас с вами опять это, хоровым пением займемся. Потому что в первом отделении была одна песня, по традиции во втором вторая. Только, пожалуйста, активнее, товарищи, активнее. Помните, как в фильме Афоня? Активнее, товарищи, активнее. Птицы поют в сосняке придорожена, в ясное небо подолгу смотрю. Жить на земле и не петь невозможно, это я точно тебе говорю. Жить на земле и не петь невозможно, это я точно тебе говорю. Надо б друзей выбирать осторожно, но без остатка им сердце дарю. Жить на земле без друзей невозможно, это я точно тебе говорю. Жить на земле без друзей невозможно, это я точно тебе говорю. Вы что, устали, да? Не слышу. Нет. Тогда пойте. Сколько ночей проведешь ты тревоженных, чтобы с любимою встретить зарю. Жить на земле без любви невозможно, это я точно тебе говорю. Жить на земле без любви невозможно, это я точно тебе говорю. Птицы поют в сосняке придорожном, в ясное небо подолгу смотрю. Жить на земле и не петь невозможно, это я точно тебе говорю. Жить на земле без друзей невозможно, жить на земле без любви невозможно, это я точно тебе говорю. Спасибо.
Ну что-то как-то вот я ожидал, что вы поактивнее будете. Устали, чувствую, устали. Полосы. Кто спал в салоне, даже не проснулись. Пробег и остановленные часы. Мы удовлетворенно улыбнулись. Полет окончен, можно отдыхать. И гордо рулит лайнер бело-синий. Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Пусть это все давно уже прошло. Я представляю часто и поныне. На эшелоне солнце бьет в стекло. И вчетвером мы вновь в одной кабине. И нам сейчас название экипаж. И мы сейчас как организм единый. И тот, который видимый пейзаж, увидеть можно только из кабины. И тот, который видимый пейзаж, увидеть можно только из кабины. Тамара принесет нам кофейку, внимание, и штурман вновь доставит сигареты. А штурман нас ждет и не Баку, а может быть Ганновер с эстафетой. И хорошо мне просто от того, что я в кабине, в экипаже, в форме, и мне не нужно больше ничего. Полет идет, параметры все в норме, и мне не нужно больше ничего. Полет идет, параметры все в норме. И жалко мне немного пацанов, что на глаз копит сразу попадают. Конечно, там работа, будь здоров, но несомненно что-то пропадает. На Боингах зарплата хороша, и сетовать неловко как-то даже. Но там была душа, но там жила душа в четырехчленном нашем экипаже. Но там была душа, но там жила душа в четырехчленном нашем экипаже. Наш самолет коснулся полосы. Кто спал в салоне, даже не проснулись. Пробег и остановленные часы. Мы удовлетворенно улыбнулись. Полет окончен, можно отдыхать. И гордо рулит лайнер бело-синий. Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Та-дам, та-да-да-дам, та-дам-дам, та-дам, та-да-да-дам, та-да-дам, 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 та-дам, та-да.
Спасибо. Мне вот тут... Я свою программу, слава богу, выполнил, благодаря тому, что перестал слишком много говорить. А вот была одна записка, в ней была заявка на 3 песни, но из них только одна моя, а 2 другие я так про них слышал, но я чужие песни не пою. Поэтому я сейчас спою «День Святого Валентина», то, что было по заявке. Ну и потом, может быть, еще там немножечко, потому что время-то все равно к концу подходит. Я, кстати, замечание получил за комментарий к этой песне. А когда ВКонтакте выложил, ну и написал, что, дескать, мы когда этот праздник раньше отмечали, мы думали, что он для людей, в общем, с нормальной ориентацией, а потом только узнали. Вот. И, в общем, мне пришло такое, ну, не то чтобы гневное, но такое недовольное, типа, а что вот? Это праздник влюбленных, и нечего тут там... В общем, я понял, что я кого-то задел за живое, к сожалению. Но не хотел. У меня в песне-то там ничего про это нет. День Святого Валентина, утро, грустная картина. На перроне задубевший самолет. Он не хочет запускаться, есть возможность задолбаться. И уже вспотел дрожать второй пилот. Он не хочет запускаться, есть возможность задолбаться. И уже вспотел дрожать второй пилот. День Святого Валентина, вся промерзшая кабина. -30 за бортом и на борту. И девчонки-проводницы отморозили ресницы и забыли про любовь и красоту. Девчонки-проводницы отморозили ресницы, забыли про любовь и красоту. Вот ведь вышла незадача, чей-то происк, не иначе, что за гад придумал эту маету. В Нижнем Новгороде, в Горьком, где какие-то там зорьки замерзают на перроне лайнер ту. Замерзает на перроне лайнер ту. На зуб-зуб не попадает, организм вовсю страдает. И, похоже, назревает АРВИ. И как-то даже не спортивно в день Святого Валентина подхватить чего-нибудь не от любви. Но согласись, не спортивно в день Святого Валентина подхватить чего-нибудь не от любви. От такого охлаждения штурман тоже впал в смятение. Еще одна. И было наше недоумение, мол, как понять, что в день Святого Валентина замерзаем коллективно, вместо того, чтобы с кем-нибудь не замерзать. День Святого Валентина замерзаем коллективно, вместо того, чтобы алкоголь употреблять. День Святого Валентина надо женщине мужчину, и мужчине тоже женщина нужна. А я, наверное, не мужчина, ведь в день Святого Валентина нужно мне взлететь и больше не рожна. А я сегодня не мужчина, ведь в день Святого Валентина я взлететь хочу и больше никого. Наконец, с 8-й попытки, разогревшись от избытка непристойных выражений, захотел наш кормилец запуститься и со Стригина проститься, и в Москву на Домодедово взлетел. Наш кормилец запустился, с Горьким городом простился, и в Москву на Домодедово взлетел. Когда я домой приеду в понедельник, а не в среду, то жена меня обнимет, и тогда спросит, где ты был, скотина, в день Святого Валентина, и, наверное, не поверит, как всегда. Спасибо.
Спасибо вам за то, что вы пришли, чтоб подарить мне этот добрый вечер, за теплоту и радость нашей встречи, за те, что вы с собою принесли, за теплоту и радость нашей встречи, за те, что вы с собою принесли. Спасибо вам за добрые слова и за мое волнение в начале, за песни, что однажды зазвучали в моей душе. За все спасибо вам, за песни, что однажды зазвучали в моей душе. За все спасибо вам. За то, что мне не спится по ночам, когда ищу я правильное слово, за то, что петь для вас хочу я снова, за это все сто раз спасибо вам. За то, что петь для вас хочу я снова, за это все сто раз спасибо вам. За все, что я читаю по глазам, за отклик ваш, за слезы и улыбки, и за мои прощенные ошибки, и за любовь, друзья. Спасибо вам, за вами мне прощенные ошибки, и за любовь, друзья. Спасибо вам. Спасибо вам. Получше, мне вот в конце концерта начинает сводить пальцы. Поэтому сейчас я начну, а если не получится, ну, вот это. Главное, что я уже вам спасибо сказал. Нет, все, одну и все. Я тоже был, я мог, умел и знал. Я видел сверху горные вершины, и сам когда-то в небо поднимал красивые и гордые машины. Как непривычно это слово был, я был судов воздушных капитаном, и много лет я в небе просто жил, и был маршрут по самым разным странам. Вот снова гул турбин над головой, и я стою и молча небу внемлю. Приходит день, у каждого он свой, и мы с небес
спускаемся на землю. Приходит день, у каждого он свой. Я благодарен небу и судьбе за яркий миг, за свет зари хрустальной, за то, что я сказать могу себе. Я тоже был, и вовсе не печально. Вот снова гул турбин над головой, и я стою и молча небу внемлю. Приходит день, у каждого он свой, и мы с небес спускаемся на землю. Приходит день, у каждого он свой, мы все с небес спускаемся на землю. Спасибо. Большое спасибо, что пришли. Я получил исключительное удовольствие.